Да будет газ. Там в населенных пунктах Ульяновской области идет строительство распределительных газопроводов. Только в Сирингульском районе уже построено более 50 километров новых газовых сетей. Здесь в этом году планируют обеспечить техническую возможную газификацию для 11 населенных пунктов. Специалисты «Газпром» газораспределения Ульяновск уже завершили работы в Селериновка и хуторе Риновский. В Байдулино, Суровке и Глачихе работы идут активными темпами. Вот сегодня в Байдулино проверили ход работ. Еще раз пообщались с жителями, которые с нетерпением, конечно же, ждут прихода газа в свои дома. Сейчас работаем в 7 населенных пунктах, а будем заканчивать в этом году 10 населенных пунктов в Теренгульском районе. По программе социальной газификации строительство газопроводов от водов до границ земельных участков выполняется бесплатно. Жителям нужно только подать заявку и подготовить свое домовладение к приему газу. Об этом население информируется на встречах и сходах. Как уже было отмечено, у жителей есть волнения, есть вопросы, поэтому совместно со службами, ведомствами, социальной защитой, администрацией поселений отрабатываем вопрос на встречах с гражданами, волнующие их вопросы. Да, это и касаемо подключения, это и касаемо проекта. Для удобства жителей в отдаленные населенные пункты приезжает мобильный офис, где можно подать заявки на газификацию. Многие не только подали заявку, но уже и выполнили работу по прокладке газовых сетей внутри границ своих земельных участков. Анатолий в числе первых. Чтобы скорее оценить преимущество голубого топлива, мужчина заранее заключил договор на проектные и строительно-монтажные работы. Газопровод к его дому уже построен, есть газовый счетчик. Осталось лишь установить газовый котел. Анатолий считает, что без дров семье жить будет проще, к тому же расходов на отопление газом будет меньше. Думаю, наверное, да. Будет очень удобно, чем с дровами и баллонами еще. Благодаря программе газификации более 5000 жителей Теренгульского района смогут улучшить свои условия жизни. Кирилл Савосин, Геннадий Бухтаяров, Управда ТВ.